Готовим спагетти болонезе. Для начала режем лук мелкими кубиками. У меня один большой лук и половина маленького. Четыре средние морковки также режем на мелкие кубики. Ну, насколько это у вас мелко получается. В разогретую сковороду добавляем растительное масло. Поэтапно начинаем обжаривать лук. Добавляем к луку наш говяжий фарш. Говяжьего фарша у меня около 400 граммов. Ложкой порубите большие комочки мяса. 6 крупных помидоров ошпариваем кипятком, чтобы с них легко было снять кожицу. И оставляем так минут на 10. Если у вас есть готовый томатный соус, можете использовать его, но я предпочитаю свежие помидоры. Добавляем в наш фарш 2 столовые ложки томатной пасты. Томатную пасту всегда лучше обжаривать, чтобы она не давала своей кислинки. Как обжарили томатную пасту с фаршем, добавляем туда нашу морковку и перемешиваем. Следом также вливаем наш томатный соус. Солим и перчим. И для цвета я обычно добавляю 1 столовую ложку красного перца. И держим под закрытой крышкой примерно ровно 1 час. Не бойтесь, у вас соус ни в коем случае не пригорит. Из-за большого количества масла и выделения сока от томатов соус не пригорает. Время от времени можете его перемешивать. Должна получиться такая кремообразная консистенция. Пока наш соус готовится, мы поставим воду для спагетти. Как вода закипит, забрасываем туда наши спагетти. Отвариваем наши спагетти приблизительно 5-6 минут до состояния альденте. Наше спагетти готово. Щедро поливаем его нашим соусом и присыпаем тертым пармезаном. Приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Спасибо!